Добрый день! В этом видео я продемонстрирую возможности WinRAR CMYX по обратному исполнению при симуляции, так называемый Reverse Execution. Сейчас я запускаю скрипт CMYX, специальный для данной демонстрации подготовленный. Открылось несколько окон. Данное окно CMYX Control – это основной графический элемент управления. И открыты две консоли гостевой системы. Серая – это последний порт, и черная – это графический дисплей. Сперва, прежде чем начать саму симуляцию, включим Reverse Execution. Так, я нажал дважды. И продолжим симуляцию с помощью кнопки «Вперед». В гостевой консоли грузится обыкновенный Linux. Сперва грузится CBIOS, затем должен запуститься GRUB. Выбираем режим, в котором вывод идет на графическую консоль, и у нас загружается ядро Linux. В этом окне мы можем наблюдать, как изменяется симулируемое время в реальном времени. Сейчас, например, остановим симуляцию загрузки ядра и запустим ее в обратном направлении. Для этого есть специальная кнопка Run the Simulation Backwards. Как видим, виртуальное время теперь начинает медленно бежать назад, уменьшаться, а вывод на консоли гостевого приложения отматывается задом наперед. В общем, это, конечно, не очень интересно. Гораздо интереснее посмотреть управление на уровне инструкции. Данное окно Disassembler показывает, какие инструкции будут исполняться в симуляции при исполнении вперед. То есть сейчас я продвигаю с помощью кнопки Step симуляцию вперед по одной ассемблерной инструкции за раз. А теперь можно это сделать и в обратном направлении, то есть Unstep. Более медленно, потому что процесс относительно сложный. Ну, если кому-то больше нравится консоль, то исполнение как вперед, так и назад можно делать из консоли. Сейчас я пробегу 1000 шагов вперед, а теперь сделаю реверс одной инструкции назад. И как можно увидеть, вывод в консоли совпадает с выводом диассемблера в графическом окне. Так, на этом все.